А вот приехали мои новенькие наушнички. Сейчас буду распаковывать. Вот она коробочка. Ее можно перевернуть, посмотреть, что на другой стороне. Информация, что к чему. Так, потом откроем саму коробочку. Ну, эта коробочка хотя бы поприятнее. В прошлый раз приехала коробка вся исцарапанная, как будто, хотя, наверное, не как будто, но на самом деле по складам валялась очень долго. Блин, одной рукой сложно вытащить, придется поставить на паузу. Вот я вытащил, получается, вот он наш ящичек. Заветный ящичек. Сейчас надо его... Очень неудобно. Двумя было бы проще, но мне надо как-то держать камеру. Блин, придется снова паузу ставить. Вот в чем была фишка. Я не той стороной его взял. Надо было вот так. И открывал вверх ногами. Надо было перевернуть, но теперь я перевернул, и должно быть проще, потому что крышка будет сниматься. Так, уже почти, я почти справился. И что тут у нас? Ничего, просто какая-то бумажка, приклеенная к крышечке. Ну, приятнее, намного приятнее открывать эту коробку по сравнению с той, и все такое мягенькое. Здесь тоже разные языки. Русский, вот он русский. HyperX всегда поддержит вас. Возникли проблемы, обращайтесь к нашей опытной команде специалистов. Я надеюсь, что проблем не возникнет. Мне очень хотелось бы снова встретиться с проблемами. Вот они, наушники. Рекламка на всей продукции. Ну, не всей, а, наверное, какой-то из продукции наушников. Ну, вернее, продукции HyperX. Здесь и клавиатура, и мышка, и коврик. И оперативная память, и флешка, всего хватает. Так, что здесь? Показывает, что можно подключить и к телефону. Ну, описание все на английском, и, наверное, на русском тоже должно быть. Ну ладно, я не буду особо над этим заморачиваться. Перейду уже к самим наушникам. Блин, да чего ж приятно. Такая упаковочка. Все так оформлено, вообще класс. Ух, да чего же классно. Они как бархатные на ощупь. Я думаю, мои уши скажут спасибо моему выбору. Так, это микрофон. Присоединяем к наушникам микрофон. Тоже на нем такая же на ощупь, как вот эта вот штука. Но, правда, здесь, наверное, чуть-чуть. Хотя нет, вроде бы одинаковая на ощупь. Это что такое? Какой-то переходник. Получается, видимо, вставляется в микрофон и в наушники, а выходит сразу и микрофон и наушники. То есть переходник с двух штекеров на один. Вот, это пока что все, что у нас есть. Вот она, распаковка идет. Правда, как-то оно это фокус не ловит. Ну-ка, перед.
Вот, теперь уже в фокусе. Уже как-то вроде как четче. Но вблизи, наверное, вблизи будет хуже. Так, второе. Вторая накладка. А, это эти шарики, чтобы тут не собиралась всякая ерунда. Так, кабель. Кабель и сами наушники. Очень приятные такие на ощупь. Ну, я пока их подключать не буду, потому что они холодные. Вроде бы техника, когда только приехала с холода, она должна немножко полежать. Ну и, соответственно, надо подождать, наверное, какое-то время. Я не знаю, относится ли это к наушникам, но что-то такое вроде слышал. Но вообще, так на вид и упаковка, все это, все эти вот бумажки, наушники, все это вообще очень классно выглядит. Мне очень нравится. И здесь такая получается, как будто бы кожа. Тоже такая мягенькая, приятненькая. А, и она здесь уши. Надо надеть сейчас на уши проверить, будут они доставать до динамиков или нет. На ушах оно тоже хорошо сидит, удобно, мягко. Уши вроде бы не достают до динамиков. Значит, можно будет в этих наушниках просидеть подольше, потому что когда, если уши достают до динамика, оно в конце концов начинает давить, и появляются болезненные ощущения такие. Вот здесь тоже вот эта вот штучка выезжает, заезжает, но здесь вроде как-то получше, чем в G35, держится так. Ну, в целом приятно, очень приятно все это держать. Не знаю, как оно будет работать. Надеюсь, что так же. Так, здесь что здесь еще есть в упаковке? Упаковка. И наушники хотя бы на вид новые такие, потому что те, они были все исцарапанные, как будто бы я не новые взял, а бэушные. Эти очень такие на вид приятные. Видно там, не видно. Вот. Что делается внутри? А сам пластик, он тоже такой на ощупь, как будто бы тоже такой вроде матовый, и но приятнее, чем предыдущие. Это, я так понимаю, металлическая вот эта вот вся конструкция. Здесь тоже что-то вроде как кожа, и верхняя тоже такая кожаная, но ну, на вид кажется так. Внутри, наверное, поролон мягкое такое. Здесь у нас что? Здесь кабель. Какой-то еще один кабель. Вот он, кабель. Запутался где-то там. А с этого кабеля выходит пультик. Вот он, пультик. Так. А как же они подключаются, эти наушники? Получается, вставляется штекер. Штекер вставляется сюда, наверное. Или нет? Там же есть этот переходничок. Получается, если этот переходничок становится в микрофон и наушники, то сюда, наверное, штекер надо вставить. А если вставить сюда штекер, то куда вставить пультик? А, это если просто подключить, наверное, то, наверное, штекер вставляешь сюда и подключаешь сразу без этого пульта. А можно и с пультом подключить, то тогда, наверное, сразу вставляешь сюда штекер, а это уже вставляешь в USB. Но я пока что не знаю, надо будет еще проверить.
потому что я только распаковал. Здесь вот кнопочка микрофона, включение, выключение, наверное, громкость наушников больше-меньше, громкость микрофона больше-меньше, переключение звука 7.1, включить-выключить. Вот. Ну, при распаковке была приятной. Правда, приятной. Как будет использование, пока что не